В столичном дворце единоборств прошел день открытых дверей. Ребятам, что еще не определились с увлечениями, рассказали и показали, какие есть секции. Новички, да и родители тоже во все глаза смотрели на силачей. Дельные советы дали тренеры. Выбрать было из чего. Самбо, дзюдо, борьба вольная, греко-римская, крэш, тхэквондо, айкидо, кикбоксинг, карате, бокс, армейский, рукопашный бой, гадзюрю, ушу. Выбрав, кому что приглянулось, шли записываться. В этом году мы уже за 3 года воспитали, в стенах дворца единоборств воспитали свои спортсмены, которые также первые 3 года назад пришли сюда на день открытых дверей, сидели на зрительских местах и записались на секции. Сегодня они уже фактически полноценные спортсмены, занимают призовые места, первые места в различных соревнованиях республики и России.